Доброго времени суток! С вами Данил Добро. Если вы решили ставить Linux, я рекомендую посоветоваться с другими пользователями компьютера или же спросить разрешение у начальства, если речь об офисном компьютере. И обычно в этом случае ставят платную коммерческую версию с долгой поддержкой. Если же мои видео смотрят школьники, то спросите разрешение у старших, так как я думаю, что не у всех школьников есть полностью личный компьютер. Если же компьютер полностью ваш, то можно смело ставить. Хотя, не советую спешить, Linux может не поддерживать ваше устройство. Поэтому рекомендую проверить основные функции при загрузке с флешки, а именно Wi-Fi, воспроизведение видео. Также можно проверить доступ к файлам через проводник и оценить визуально общую скорость работы системы. Если же все работает, то можно ставить. Также в Linux есть драйвера под некоторые видеокарты. Если на вашем компьютере стоит поддерживаемая видеокарта, то поставьте драйвера и проверьте работу системы. Есть ли порки Linux с установленными драйверами, например, Pop Linux. Я его не тестировал, но его тоже многие хвалят. А так, драйвера ставятся после установки на основной диск. Если же вам не разрешили ставить Linux, то вы можете попробовать им попользоваться с флешки или полностью онлайн, либо установить на виртуальную машину, хотя тут уже нужен ПК помощнее. Надеюсь, видео было полезно. Если это так, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Это будет меня мотивировать делать новые интересные видео. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. Thank you.